как всегда, группа Камы придерживается таких толерантных взглядов, всей терпимости, любви ближнего, любви дальнего. Хотя один знакомый мне говорил, что наеби ближнего свое, а то придет дальний, наебет вас обоих. Но это я не об этом. Первая тема – это толерантность, терпимость, любовь к ближнему. Это самое главное. В принципе, об этом и песня. Когда он был рядом с тобой, глаза наполнились страстью. Когда он был рядом с тобой, и сердце сильнее стучало. Когда он был рядом с тобой, и что-то внутри трепыхало. Когда он был рядом с тобой, но правда он был дауном и ходил примерно так: два раза левый, два раза правый, два раза левой ногой, два раза правой ногой. Вот так он ходил оба. Лежит обормот, глазами дурьё наморкает, их что-то из пальца сосёт. И носом запрыгивая, сказал он тебе не спеша: подруга моя дорогая, наверное, ты начала. И вот он тебя разменившись, понятно, конечно, к чему, слегка пододвинув губы, на ухо сказал ему: дорогой, наш сын будет высоким, голубоглазым блондином. Нет, наш сын будет гаун, с зелёными глазами, как у твоей мамы. Два раза левый, два раза правой, два раза левой ногой.